Буквально несколько дней назад я провел весьма продуктивную и обширную беседу с Кириллом Санлайтово-Качинским касательно Интернешнала и новой системы турниров. В первом выпуске «Диванной аналитики» вы можете найти для себя много чего интересного и нового. Ссылка есть в описании. Привет, народ! С вами Финаргот. Подошел к концу второй день стадии плей-офф 7-го Интернешнала. Помимо празднования победы СНГ-коллективов и анонса новой игры от Valve по вселенной Доты, ссылка на паблик которой есть в описании, пришло время подвести итоги фэнтези-лиги и подготовить команду на третий день, матчи которого начнутся уже сегодня в 20:00 по московскому времени. Мой пик опять оказался средненьким. Если с Ризолем и Инфлеймом я не прогадал, то Мидван же все испортил. Соло и Тимс выступили хуже обычного, но не сильно. Так что по итогам третьего дня я набрал 170 очков, и в сумме имею 2190. Давайте рассмотрим лучших игроков, набравших очки за второй день. Среди игроков основы ими стали FN, Miracle, Resolution, которого я выбрал, Super и Сумаил. Оффлейнеры. Гостик, Инфлейм из моего состава, Юниверс, Кезу и СМХ. Несмотря на то, что Ликвид выиграли, Майнд Контрол опять набрал мало очков. Игроки поддержки. Тимс слегка свапнулся ролями с 14.37 и набрал в этот раз меньше очков, чем его напарник, который попал на первое место. Дальше идут Мипошка, Пупей, Роджер и Соло, которого я взял. Ну а теперь перейдем к команде на следующий день. Сегодня у нас будет 4 Best of 3 матча между TNC и OG, Digital Chaos и LGD, Newbie и IG, LGD Forever Young и Virtus Pro. Давайте взглянем на лучших игроков по среднему баллу среди участвующих в данных матчах. Среди игроков основы это Abed, Ana, Raven, Monet и Куку. Среди оффлейнеров на первом месте игрок команды LFY. Дальше идут Фариф, СМХ, XXS и S4. Среди саппортов лучшим до сих пор остается Teams. За ним идут КК, Бабока, Бульба и Соло. Выбор игроков в этот раз стал намного сложнее обычного. Я действительно размышлял над тем, кого лучше взять в основу и поддержку, ибо выбор оффлейнера в виде Инфлейма для меня очевиден. Выбор Ана также для меня очевиден, а вот Обеда я думал заменить на Монета, но все-таки Digital Chaos будут бороться с LGD, а те сейчас находятся не в самой лучшей форме, так что Обеда я оставлю. С Тимсом я в этот раз рисковать не стану, ибо во встрече с LFI он играл в несколько другом формате, чем ранее, и стал приносить меньше очков. Боюсь, это продолжится и дальше, поэтому я лучше выберу стабильных Бабоку и КК, хоть они и играют друг против друга. Как-то так, не забывайте делиться своими результатами, ставить лайки, подписываться на меня на YouTube и в Твиттере, а также подписываться на паблик новой карточной игры по вселенной Доты от Valve, Artifact, ссылка есть в описании. Ну и не забудьте посмотреть мою диванную аналитику с Sunlight, ссылка на которую есть в описании также. Всем удачи и до завтра!